Столы, стулья, табуреты и скамейки. Отбоя от покупателей, заглянувших на Клетнянское подворье, не было. Сколько существует Свенская ярмарка, столько и участвуют в ней крупнейшие производители предметов интерьера из массива сосны – Клетня Мебель. Экологически чистую мебель из сосны фабрика производит с конца 19 века. Используя самые современные технологии, мастера-деревообработчики изготавливают корпусную мебель – прихожие, спальни, стенки, кухни, детскую мебель. Наша мебель является экологически чистая. Обработка по старину, то есть на основе воска и скипидара. Компания «Клетня Мебель» ежегодно принимает участие во всевозможных профильных выставках-ярмарках, как на территории области, так и далеко за пределами региона. Благодаря чему ассортимент мебели увеличивается, география поставок тоже растет. Продукция предприятия пользуется большим спросом. У нас очень большой ассортимент, много наименований изделий, в основном антикварные. А также индивидуальные заказы выполняем, как Брянска, Брянской области, даже с Москвы приезжают. Там заказывают кухни, столы, стулья, вот такой ассортимент. А с антикварной мебелью очень много полочек, буфеты, шкафы. Равнодушных у экспозиции клетнянских мебельщиков не было. Особая гордость предприятия – это его специалисты, которые и обеспечивают высокое качество изделий. В «Клетня Мебель» не просто делают мебель из массива сосны, но и заботятся о том, чтобы она была долговечной и безопасной. Татьяна Глазова, Александр Егоров. События, Брянский район.